164 жителя деревни Федоров Казанского района спустя 74 года после Дня Победы 45-го вернулись в родное село. Пусть на гранитных плитах черно-белых фотографий. Половина из них погибли, защищая родину. Кого-то после войны разбросало далеко от родных мест. Но сейчас они вновь все вместе. На стене обелиска, куда их собрали, благодарны потомки. Мы искали везде, по всем домам мы ходили, в интернете искали. И эти сайты «Память народа», «Подвиг народа», вот оттуда много информации было сейчас найдено. И нашли очень много наших выходцев в дальнем зарубежье, в ближнем зарубежье. И все они нам помогли, все деньги прислали, фотографии прислали. Это место для памятника в центре деревни было выбрано 55 лет назад. Уроженец села Иван Яковлев стал инициатором. Появился обелиск, куда были собраны имена тех, кто ушел на фронт из деревни Федоров Казанского района. К 74-летней годовщине Победы инициативная группа, возглавил которую уроженец села Валентин Атласов, решила дать памятнику вторую жизнь. Всем миром собрали деньги, утвердили макет, стены с фотографиями фронтовиков, купол с колоколом и стелами с именами тружеников тыла. В этом списке самый старый. У нас старший 1869 года, дедушка. И самый младший – это 1932 года рождения. Всего в списке 290 человек нашего села. На войну из Федоровки провожали целыми семьями. Из рода Ивановых ушли пятеро, вернулся только один. Из рода Атласовых – почти два десятка. Из нашей деревни Федоровка, из рода Атласовых, на войну были мобилизованы 19 человек. И из них шестеро погибли, и 13 вернулись живыми. Среди фронтовиков из Федоровки есть и те, кто дошел до Берлина. Мой прадедушка Абрамов Матвей Никифорович родился в 1926 году 15 апреля. Мой прадедушка воевал в пехоте на Втором Белорусском фронте. Уже два года в Федоровке колокол извещает 9 ударами День Победы. В этом году ожидается, что его услышат и приглашенные гости. Мы заказали в городе Жуковском вот эти вот колокола. Они очень дорого, как бы нам оказалось, и обратились, ну, я сослуживцем обратился, оказался как бы близко знаком с патриархом Кириллом, и он помог нам немножко уменьшить эту сумму. Фотографии собраны еще не все. Есть только имена, но активисты не останавливаются. Продолжают искать, чтобы все пустые таблички ожили. Деревня уже последние годы, можно сказать, проживает. Бабушки, дедушки уходят постепенно. Но зачем? А потом вот эти ребята, оптимисты, они как-то вселили надежду. В далеком 41-м, когда началась война, в Федоровке было более 300 дворов. Семьи были большими. Представьте, сколько людей жило в этой деревне, которая славилась на всю округу. Сейчас здесь живет всего 57 человек. В основном это пенсионеры и те, кто вернулся на родную землю. Здесь нет магазина, клуба, библиотеки. Здесь нет детского садика и школы, потому что нет детей. Но есть 7 родников, которыми очень гордятся местные жители. Хоть и нет в деревне уже почти ничего, она все равно продолжает жить. 7 родников, которые питают безымянную деревенскую речку, хотят благоустроить местные жители и хотят подарить вторую жизнь старинной школе, сделать музей и посвятить его учителям. Когда-то здесь учились до 300 учеников со всех окрестных деревень. Был интернат, и Федоровская школа по успеваемости была лучшей в районе. 12 зданий. Из них 3 корпуса – это были учебные, потом 3 корпуса – это были интернаты, потом мастерская была, потом учительские дома были, потом арсенал был, столовая, склад. Лошадь была школьная. В 86-м году не стало ничего. Заняться восстановлением активисты планируют уже этим летом. Будут продолжать и поисковую работу о фронтовиках. У деревни богатейшая история. Жаль, если она уйдет в прошлое. Но деревня живет. Хоть и жителей всего 50. И если есть памятник, значит, жива и память. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Юго-Востока.